Ля, смотрите! Ля, хлеб. Хотели бы такой хлеб? Давайте я вам порежу сейчас. Я такой: Гоша, хочешь, я тебе порежу хлебушек? И так вот по пальчику его. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ау! Я обжегся. Сейчас дверь будет выбивать, да? Нет? Блядь, сейчас будет дверь выбивать, гнида. Я спрячусь за тушкой Пупсича. Все, никого нет. Меня никто не найдет. Ха-ха, какой я хитрый. А что я? Что я не так сделал с нарезчиками? Ребята, запомните, я ничего с нарезчиками не делал. А если что-то и сделал, то нарезчики сами в этом виноваты. Пупсич и Гоша Гачева прекрасно знают, что в кислоте зато лишь можно безопасно хранить их пальчики. Я отрубил Бупсичу пальцы и съел. Ха-ха! О! Кстати, а вот и Бупсич. Привет! Или это Гоша Гачевар? Я уже запутался.